Не только в нашей стране известны электромоторы Ярославского завода. Чтобы изготовить каждый мотор, нужно много специальных железных пластин. До недавнего времени пластины для ротора и статора штамповались на этих станках. Операция, на которой были заняты десятки работниц, была трудоемкой и однообразной. Сколько лишних непроизводительных движений вынуждена делать каждая штамповщица? Более совершенная техника резко изменила условия труда. Этот первый в стране пресс-автомат, которым управляет механик Сивухин, объединил все операции штамповки. тысяч пластин для роторов и статоров моторов выпускает он в сутки. Производительность труда увеличилась в 4 раза. Новая техника семилетки вступает в строй.